какими видами спорта вы занимаетесь, либо хотели бы в перспективе заниматься? Ну, баскетболом занимался и занимаюсь. А здесь где занимаетесь? Ну, на площадке за домом. Там хорошая площадка. Собираются люди, даже чат есть общедомовой. Все. Списываются, приходят в определенное время, играют в баскетбол. Мы с огородом дружим. Свежий воздух. И на огороде свежий воздух. Там тоже позанимаешься гимнастикой и на растяжку, и на подтяжку, и на все на свете. У меня, знаете, у меня работы хватает, вот этого физкультуры на работе. Работу на АВЗ, и там каждый день физкультура, каждый день. А что делаете? Ну, кидаем, бросаем, считаем каждую деталь. Вот тебе физкультура. Как говорят, чем ближе взял, дальше кинул. И никаким не занимаюсь. А каким, может быть, хотели бы? Волейбол, баскетбол, что-нибудь такое. А что останавливает? Времени не хватает на это. Дорожек нету беговых. Не сильно развит в этом плане у нас город. Вот. И, наверное, беговые дорожки нужны. Велодорожки очень нужны, чтобы заниматься спортом. В Изумрудном желательно пошире дорожки. Да, да. Велодорожки пошире. Потому что там одна дорожка разделена на две части. Одна для пешеходов, вторая для велосипедистов. И они обе узкие. Там не могут разминуться люди. И что в Барнаулу не хватает, чтобы он был более развит спортивно? Ну, я думаю, стадионов не хватает. И побольше бы площадок футбольных, этих хоккейных.